Старый добрый Сампарпе. Прям ностальгия. Итак, 4 февраля. По-прежнему мой ник Марио Малфой. Так, глянем, что там по деньгам. Я просто в последний раз сходил в казик. Давайте снимем 50 тысяч и отправимся. Так, давайте казино, казино. А то азина три топора. Я вам сейчас вот где-то прямо вот здесь вставится скринчик, да? Там, где я тащил в казике. И я мог остановиться, но не остановился. И так получилось, что я слил много денег. В принципе, сейчас сыграем на 50 тысяч. Попытаем свою удачу, но вдруг повезет. Вот только везет. Немногим. Так, давайте. Хотя пускай будет эта замечательная музычка. Пипа-пипа. Ладно, ладно, так. Давайте в кости лучше. 30к, 30к, я хочу в 30к. Сюда, 30к. A few moments later. Так, все, поставил. Хух, ставочка 50к. Я поставил. Так, нужно куда-нибудь бежать. Я вижу, пошла игра. Сколько? Трем играем. В одного 9. Я не знаю. Пацаны, я походу слил. Потому что у пацана 9, но это Unreal выиграть. Фух. Даже не знаю, выиграю, нет. Фух. Это нифига не работает, но лучше пофлудить. Скорее всего, я солью, я знаю. Так, ладно, ладно, ладно. Хух, тайм, и не буду кидать. Пофиг. Давай! Я сейчас расплачусь. Итак, нас тащат грувы. Как же раздобыть бабки? Где их взять? Я без понятия. О, таксист, таксист, таксист. Стой, 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 солнышко, стой, стой. Давай, Groove Street, go. Так, что-то у меня статс. Какой-нибудь там левел? 10 левел, в принципе, нормально. Глянем, Jazz Skill. 31 скилл, 73%. Когда-то прокачаю, будет время, прокачаю. Quit Job. Потому что реально задолбался я, дальнобоич. Только дигл вкачал, ладно. Надо будет еще как-то вкачать скиллы. Зачем они взорвали таксиста? Привет. Йоу-йоу, нига. What's up, man? Да. Все, Ланса Диас, все, меня принял, ебой. Седьмой ранг. Ю! СПС. Get Guns, давайте 200. Чё, Guns? 200! Не успел взять! Итак, я сделал какого-то черта себе 110 дигла. Ну, нужно тащить, парни. Нужно тащить. Сейчас мы отправляемся на ЛСА, сразу же приключение. Только вступил в грув. На клистофнуть. Только вступил в грув, сразу же какие-то приключения. Вот это хорошо. Сейчас мы будем разваливать вояк на ЛСА. Так, нужно наркотики юзнуть. Как раз перед... У меня там таймер. Я уже употреблял. Поэтому употребил. Ладно. Еще немножечко подождем. Рискнем. Все. 160 хп. Ебой. Так, подлетаем, подлетаем. А, даже здесь мясо так... Такового и нету. Здесь вот рифовцы, ацтеки. Да что? Алло, мама. Немая. Ну хорошо, мамка, просто у меня сейчас капт. Да, я тащу капт, мамка, не мешай, пожалуйста. Так, алло. Так, ничего такого не происходит, вижу. О-о-о-о-о. Давайте этого. Умирай! Я лучше тофика стреляю! Да ладно! Вояка, вояка, вояка. Ху-ху-ху. Слили пацика. Чё он не умирает? Я такой косой, серьезно? Там вояка. О, это мне не нравится, это мне не нравится. О-о-о, не-не-не, чё-то я вообще какой-то тащер я. Спрячемся за машинкой. Да откуда меня убили? Ё-моё. Хелми, хорошо. Давайте склад открывайте. Топ Генста Щет должен взять.
Все. Дигл, давайте 40. ПТ-4. 6-4-1. Все. Вообще, по квесту мне нужно выполнить статистика Король улиц. Так, что там? Текущий квест. 50 тонн материалов. Я его не выполню. Нужно либо возить по утрам, а это очень сложно, либо... Я не знаю как. Давай-давай, сейчас, короче, подлетим. Там вижу квесты вояк. О, эй, пидоры. Сейчас как нам навалят. Вся мне хана. Юзи Дракс 10. Здесь, короче, какой-то петушок вот здесь прячется, да? Куда ты побежал? Ага. Ноль! Ха! Там, блин, все стреляются. Ну, нужно мне хп восстановить. 15 грамм наркоты, так фу, и все, нету. Так, все, 160 хп. Да говно, да чё вас так много? Склад открыли, склад открыли! Китгунс! Ай, не успел. Тебе возят себе маты, пацанчики. Ну, мне нужно вот такие 5 фур. Вот еще фур, ого. Мне нужно таких 5 фур привезти на склад, чтобы квест прошел. Так, Селган Дигл. 30, не, давайте, 44. 6, 41. Короче, я так понял, на ЛСА больше никто не поедет. Давайте сейчас сгоняем на угон. Так, что там по зев скилл? Нормально, нормально. Так, подлетаем, сейчас N-класс возьмем. А чё бы и нет, не угнать. Так, кадрона. Окей. Сейчас скутер возьмем и go на угон. Сейчас сломаю свою клавиатуру. Даже с багом он медленно едет. Байкер быстрее меня, ладно. Да-то я тоже вступлю в байкеры. Как только приду квест бандита. Так, вот я подъехал к этому черненькому квадратику кадрона. Где это кадрона, а? Так, вон... Вот кадрона, да? Кадрона? А, да, это кадрона, по-любому. Вот тачка, которую мы заказывали. Все, зажал пробел и ждем. Давай угоняйся, что так долго? Фух, все, открыл, гоу, едем. 5 звезд, капец. Эта законопослушность вообще в минус уйдет. Вон вижу красную меточку. Вроде мне должны прийти 250 верт. КД уменьшили, но зато можно быстрее прокачать скилл. Заработок, в принципе, один и тот же будет. Сдаем. Оп, все отлично. 250 верт. Зев скилл. Давайте сейчас, знаете, заличкой сгоняем. 230 матов, думаю, все же подлечу. В следующих сериях, я думаю, уже буду где-то искать форму. Я буду потихоньку проходить квест. И да, сразу же... Так сказать, хочу попросить, я не знаю. Может быть, из моих подписчиков кто-то очень добрый полицейский на сервере Revolution. Пожалуйста, отпишите мне в ВК. Вы вообще мне с квестом очень поможете. Там нужно просто будет убить 3 копов гетто. И я не знаю, как я пройду. Я вам заплачу, где-то достану верты. И вам заплачу. За один ключ, в принципе, 50к могу дать. Нужна ваша помощь. А где вояки? Вон бегают, всем насрать. Ладно, сейчас возьмем личку. Все. я рак, я знаю. Я нублон, что поделать. Хелми. Ну, хоть личку взял, и тоже хорошо. Ну, в принципе, думаю, на этом серийка выживания в банде на сервере Revolution подошла к концу. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеоролик. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!